Ребята, всем привет! Продолжаем играть в One Punch Man за всяких разных прикольных персонажей. Сегодня будем играть за Фубуки. И честно признаться, мне кажется, это будет самый... Потому что, во-первых, мы играем на максимальном уровне сложности. И Фубуки, она ранга Б. У нее очень маленький дэмэдж. Я вообще хз, как мы будем побеждать за ней. Я вообще даже не представляю вообще. Не представляю вообще. Давайте здесь в городе будем махаться. В прошлый раз играли за Соника, да. В этот раз будем играть за Фубуки. Ранг Б. Очень тяжело будет. Единственное, кого я могу завалить из ранга Б, из монстров, это, наверное, Крабульку только. Остальных я не потяну, меня разнесут и демон, и дракон тем более. То есть, ну я не знаю, только тигровый уровень опасности я еще как-то могу попробовать сдержать. Опять же, зависит от того, кто будет у нас на саппортах, если они вообще будут. Поэтому, ну не могу, я не выиграю ни у этих, вообще ни у кого. У нас, во-первых, дэмэдж, он как бы есть, плюс-минус. У нас очень мало хп, то есть буквально две комбы и нас нету. Это уже как бы пройденный момент, это я уже пробовал. Поэтому я даже не знаю, мы можем взять кого-нибудь, да, там Умен Райдера и загасить его. Ну или кто-то есть ранга Б. Ранг Б вообще только у Фубуки. То есть остальные либо С, либо сразу А. А нет, вот есть ранг Б, там топ Блэк Холл. Можем смахнуться, конечно, но мы же все-таки герои. Будем драться против вот таких товарищей. Куда деваться? Ну просрем, куда... Никуда не денешься. Вот. Так что так. Нихера себе там, товарищи. Там демонический хрен, как будто. Я не знаю, как мы будем выигрывать. Скорее всего, мы сольем сейчас. Видал? Вот тебе и все. Вся любовь. Вот это они как делают? Ну блин! Вот он дунул на меня. Ты прервал сразу же. Ну вот и как мне за нее играть? Ну вообще она ничего не может сделать. И чего? И это заблокировалось как нихер нахер просто. Дэмэджа никакого. Просто никакого. Против кого мне драться? Я не представляю. Вот в чем ее прикол, значит, получается, да? Все, я разгадал Фубуки. Я разгадал Фубуки. В чем ее дэмэдж? А почему не было-то? Хорош. Слабо. Блин, ну этот меня прям бесит. Плохо! Отлетел от уровня С. И вот это кто вообще? Это что за херня в очках? Вот, ну зачем мне это нужно? Я пришел поиграть за Фубуки, нахрен!
Меня тут выдали каких-то мудил просто конченых. Ну я знал, что так будет, как говорится. Блин, а там же еще кобыта, смотри, вот этот злой, коричневый. А, понял. Блять, нахуй. Вот и как мне угасить? Вы мне кто-нибудь объяснит? Посмотрите, сколько у него хп. Кем, самое интересное. Вот этим мудаком в спортивном костюме, которого просто пиздохали, блядь, за секунду, за одну камбу. Блядь, карабулька в трусах, на тебя вся надежда. Все, по-другому никак. Ой, ну это плохо было. Гравитация. Атомик самурай что-то бежит. Это к нам? Как они набирают вот эти свои штуки? Я тоже так хочу. Как они это делают? Как это взял? Нет, не попадешь. Ну и похуй мне, пизда, и так, и так. Вот и как побеждать? Вот как побеждать? Ну нету демеджа. Вот выпадет там дракончик и все. Ладно, хорошо, давай по-другому тогда работать. Давай по-другому. Блин, эти арайвалки, ах, вообще жесть. Но за фубуки я сейчас, в принципе, понял, принял, примерно. Чё, как? Просто нам в команду нужен кто-то S-ранга хорошего. Да, то есть мы сейчас взяли, конечно, тут. А мы ничего не взяли, у нас полная неизвестность. Мы деремся против крабульки, пытаемся. Но у него могут быть демоны всякие, сатанисты. Ему могут прибежать на помощь. А нам может не прибежать никто. При том, что когда мы играли за Геносом, и у нас был этот Arrival, вообще никого не было. Мы тупо один на один махались. А вот здесь мы одни против двоих. Ну это вообще нечестно. Ну попробуем. Я сейчас более-менее принял, понял вообще, что такое... Нет, неправильно. Да, надо тогда хеллкаттер делать в таком случае. Вот это, ну это же что такое? Я встаю только, понимаешь? Я встаю и сразу мне прилетает. Ну вот видишь, я только встал. И это невозможно задеплектить. Ничего сделать с этим нельзя. Что было нахрен такое? Так, гравитация сильная. Ну куда ты отправил чувака? А теперь получай. Полетел. Куда? Стой, не надо, не надо, не надо, не надо. Фу, зачем? Если только так, хорошо. В морду получил. Ну что ж ты так? Ну
Нормально ему там прилетело, кстати сказать. Что-то дали. Деску. Ну, пошленько. Блин, а мне еще двух валить, еще крабулька жив. Это что такое вообще? Как это так? Ну блин! Только когда блок прошибаешь, тогда еще. Нет. Хорош. Ну дефенс взял, а как мне еще побеждать? Все, жопа тебе. Не попадай, ну вот ну никак я не могу, очень медленная она, медленная, демеджа нету. Это на велике приехал, блядь. Как мне побеждать их, я не знаю. А толку-то? Поехали, поехали, поехали! И демеджа нет. Вот и как? И как? Я не понимаю. Ну, я не понимаю, как их побеждать. Ну, вот, ну, блядь, я уже все сделал. Ну, почему против меня идет Мумин Райдер? Я ни одного не победил. Вообще, это, ну, это нереально. Хотя бы эту крабульку сраного надо гасить нахер. Как его? Я не знаю сейчас побеждать. Я не знаю. Он под бустом. О, мальчик с яйцами на подбородке. Ты понял, блядь? Ну-ка, 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 ну-ка. Поехали! Я поймал момент. Блин, сложно нереально просто, товарищи. Вы видели, как я тащил? Ну, это было жестко. Это было жестко. Ну, хотя бы ладно. Так, Exit Battle, да, нам реститут. The Arrival вообще нам сейчас и повезло, и нет. Но мы дрались одни против двоих на самом сложном уровне. При том, то, что там, ну, жесткие товарищи у нас были. Так, теперь командная. О, ну, тут уже мы попроще будем. Мы сейчас все возьмем тут в команду. Сестру, например, под Сумаки. Либо Сайтаму. И вопрос порешаем. Давай вот здесь. Так, берем Фубуки. Кого бы еще бы взять? Да никого мне больше никто не нравится. Мне больше не нравится. Давай возьмем тогда действительно сестру. Или не, давай сестру на рандоме возьмем. Сестру и Сайтаму. Потому что, бог его знает, там по-любому какие-нибудь драконьи товарищи будут. А здесь давай возьмем просто кого-нибудь крутых. Ну давай возьмем Гея. Касранг все-таки как-никак. Двух качков возьмем. И мы просрем 100%. Но вот а драться-то против кого? Драться не против кого. Ну просто. Этот нас чуть не захерачил. Наш с нами одного ранга. А если брать других кого-то? Брать из этих вообще даже, ну, мы их не вытянем. Хотя, если ранг S, ну, мы им ничего не сделаем. Комарихе мы ничего не сделаем.
То есть нет, конечно же, вот эти вот качки они сделают, но за фубуки-то я же хочу играть. Мне же интересно фубуки. Тем более комариха там, по-моему, отхиливаться может. У нее все серьезно. Опять скрабулька и не варик. Брать каких-то вот этих отморозков, цешников. ХЗ. Все были, все. Вот так мало персонажей, блин. Ну даже я даже правда не знаю, кого выбрать, с кем смахнуться. Давай против сестры смахнемся. Она нас отмудохает, конечно. Жестко. Вот, пусть будет опять тогда вот этот танк-топ Black Hole, как бы это ни звучало. Ну и кто? Еще какой-нибудь S-ранг нам нужен. Детский император, пусть будет он. Два чибика будет, получается. Тацумаки как раз он. А у нас два качка и красотка. Вот и посмотрим. Ну, жопа, не вытянем. なんで逃げないのよ。あなたには関係ないでしょ。さあ、さすがはマスター。迫力だぜ。タンクトッパーの名に恥じない日頃の鍛錬の成果を見せてもらうぞ。 Так, ну по пиздюк пошел. Ладно, давай с пиздюком, а что делать? Давай так. Далеко летит. Блин, а как? Mode charge during normal mode на правую. Ну не работает. В нормальном режиме ничего меня не чаржится. Оказалось бы S-ранг, да? Полетел. Это мне. Можно еще вдогонку, наверное, L2 кинуть. О, это опасно уже. Отлично, я за Perfect Guardian. Поехали! На! Ой, это я зря... А, нет. А почему? А что было? Это я плохо сделал. Наверное, надо запускать четверку в такие случаи. Ой, плохо, плохо мне. Надо выпускать кого-нибудь из товарищей. Ну-ка, поехал, ангелочек. Пакля. Интеррак!
Надо через тройку, что ли? Я не пойму, где там булины? Так, ну этого мы можем и так захерачить. Было красиво, кстати, да? Пизда тебе. Даже немножечко досталось сестре. Зря я. А нет, не зря, очень даже не зря. Загасил. Вообще задоминировали. Слушай, ну под конец разыгрались мы за Фубуки, в общем-то. Но нам яичонок тоже очень неплохо помог. Очень неплохо помог яичонок. Было круто. Здорово, здорово. Так, ну что, теперь... Рандом, а там попасться может что угодно, да? Соответственно, рандомом тогда и нам выберем... персонажей, да, который будет на двушку, на трешку. То есть второй, третий рандом, я знать не знаю, кто там нам, у нас выпадет. Вот, соответственно, полный рандом против нас может быть очень плохо, либо очень хорошо. Тут уж сейчас как повезет. Пиздос. Ну, в принципе, да, пиздос. Ладно. Будем пробовать, а куда деваться? Отлично. Дистанция, дистанция и все. Даже если это Metal Knight. А если его об стену еще долбануть? Вот, да, и об стену, то можно даже его... А что сейчас будет? Неизвестное событие. Заебись, мне в морду просто дал. Айтем я хочу. Ебал. И можно было вот туда в догонку дать ему еще вот таких штук. Сейчас попробуем, если сейчас удастся, конечно. Вот таких. Да, слушай, Генос идет, да, походу. Но он за нас или нет? Так, усач. О! Блок сломал Генос, но толку-то. Что я делаю? Не то я делаю. Нет, надо догонку пускать это. Ух ты. Больно. У нас тоже такие усы есть, в общем, ну, в команде. Ой, Соник, это уже совсем другое дело. Бери, что бы там ни было, бери. Больно. Отлично. Детский императорский чувачок. Хорошо. Ой-о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 й
Не долетело, прикинь. Он был слишком высоко. Близко не надо стоять, не надо. Жопа нам. Нет, нормально. Ой, да. Сейчас встанет и получит пизды. Хотя что-то маловато. Плохо. Вот это, блин, это прессовка. Плохо. Но живем, мы живем. Нет, сучара. Ну я надо было. Ну блин, кстати, тигром-то вроде бы ранг С. А зацарапывает, так или иначе. Отлетел, и Соник отлетел. Короче, блядь, я не понимаю, как это работает. Мы за танк топ тигра, который рангом ниже, чем Фубуки, Сэшка, мы за него сыграли гораздо круче, чем за саму Фубуки. Ну это просто охренеть. Ну да и бог с ним. Ладно, за Фубуки, в принципе, я поиграл и норм. Хотя мне и мало. Но за нее всегда будет мало. Она мне нравится. Это мой любимый женский персонаж. Все-таки из аниме, из этого. Даже фигурку хочу себе приобрести. Банбрестовскую. Пусть стоит рядом с Цунаде. Вот, но как-то вот так. Как-то вот так. Фубуки, топ, прикольно, круто. Следующий видосик будет про ее сестру, Тацумаки. Поиграем за нее, она уже гораздо круче, там уже можно не париться. Она S-ранга, поэтому думаю, что проблем в боях не возникнет. Ну, тоже было весело, за Фубуки погамать. Круто. Такие дела, с вами был я. В следующем видосе увидимся. Это One Punch Man. The Hero. Нет, не The Hero, просто... A hero, возможно. That nobody knows. Или the hero that nobody knows. Поебать. До следующего раза, ребятки. Пока.